Чего? Поставил устаревший аддон и галочку, и все. Вы на ком-то? Мы на лаве. Сейчас, минуту буду. Ставишь галочку. Устаревший аддон. Пускай, пускай. Если что, японцу. Так, это... Она в два раза усиляет или во сколько? Кто в курсе? ДК, ну как на орке? Нормально? Сумма антимаски, да. Сумма антибруна. Квага, ты должен быть в курсе. Плюс поставь. По это, что я нужен сейчас или пока нет? Это, короче, мне нужна только лич и этот джайн. Если я понадоблюсь, скрикните, я не буду пока в игру заходить, я в скрим поиграю. А то так тупит, когда в две игры. Кому там не надо этот босс? Дракон. Ну, все, если что позовете, я зайду в течение минуты. Да, чисто. Сейчас, мать, Рога, портанешься? Да, жму камень. Я тебе порт поставил. Благодарочка. Еще раз, сумма не прошел. Ты? Я уже вышел. Прошел. Так, кто там? Двое слева, Драгон, справа. Хилы. Бахните каску, пошел на. Да ничего, прости. Ням. Поэтому. Короче. Хилить. У тебя есть рыба? А, есть. Ставлю рыбу. А медведи? Бегает, помогает, где больше. Да и проверка. Андрей готов? Все готовы, поехали. Разгром слева. А чё слева танка нет? Вот стоит. Чё нет? Есть там всё. Мишка, иди слева, страхуй.
Два мага не знают, что ли надо. Клево. Баб, сначала убить, потом жирно. Разгром. Есть вариант Б вернуть? Зачем? А фиг знает, что валяться-то. Не давать Б. Надо никого резко. Бежать не. И вы отбежать не можете от одного волдырного, типа это ваш. Да он прям в центре был волдырный, там всех задело. Какая разница? Да ладно, чё проблему строить? Нет никакой проблемы, просто говорю, БР не тратить. Рыба есть. Фростма, давай мне должен. Это было быстро. Да даже не интересно, да, уже становится играть. Вот что это за квест? Есть кому на сундук присумонить? Нужен кому-нибудь сундук? Бан за это вроде как дают. Плюс чат. Бан дают за это. А, все, я понял. Вузы мне выпали. Хорошо. Пианист, а ОКХМ починили? Часто работает? Да. Более-менее нормально работает. А чё мы не ходим туда? Ты да, посмотри, ну, все да, вольты сам одеты, все уже дамажат, все уже хилят. Кто? Лёха, чё, поезд не нужен? Поезд мне это, да, дашь. Меня донат. Давайте, может, сходим хотя бы, осмотримся там. Поезд на мейн-спект ДКшник ходит. Шаки приором супер маленьким. У пианиста просто аддона нету, у него приор огромный. Так у пианиста шмейнспектанг. Ты уверен в этом? Просил его давным-давно. Пианист, я к тому, что боссы падают на раз. Надо что-то нам посерьезнее, поинтересней. РС-ка убил? Нет. А без РС-ки то не попасть. Ой, РС-ка ебать, как будто серьезный инст. Ты видел сам, там плюс мобы и все, ничего нового. И два луча. Все. Ты его убил? Все нововведение. Ну не убили там, потому что там из заряда стечения обстоятельств, старик, сам понимаешь. Блять, видишь, то есть, ну он простой инст. Спускайтесь на низ. Мне на. Не понял, если ты печеньки уже разрулил, да? Там никто ничего не забирал. Ну каких печеньек никто не рулил? Я отдал. А в спеке смысл? Слана отдал, да. Так, нет, заходим в комнату.
На синдре профи личе будут большие заметки. Мосса, Дарки, Сдалок, Мозер, Женек, Рога будете заходить. Пианист Ауди, не меня, я хочу потестить. Ребят. Я не заменю, блядь. ПСД, я что плохой. Ну я также еще и рак неплохой, не забывай. Угу. Дело может в этом. Представь другую. Ты не хочешь учиться. Да порой знаешь, где-то просто похуй. Он хочет жениться. Вот и все. Вся проблема. Где ты что-то испытываешь, там находишь себе точку какую-то. Ты типа. Самое интересное, какой за шмот с Джайной будете драться там, тряпошники. Что там драться, тряпошники не должен был. Да ладно. Дедовщина, старичкам даем с Джайной шмот. Там япончик только говорил вчера мне, что ему 8 штук оттуда надо, 8 их. Он, блядь, ШП же является. А что, говорит, это Локи по приору все берет. Ну разве надо? Ну башка и триня. Тринаска, блядь, тут всем нужно. Тринаска залезла. Тринаска это план, да? Пацана, 5 единиц приора, на что он надеется? Ничего ты не надеешь. Я разрушаю его мечты, надежда. Сейчас еще по дороге парочку выхвачу, и нормально. А вот эту фигню про бан вы где на форуме прочитали где-то? Так кто-то сказал и все повторяют. Ну, по сути, блять, это игровой момент, если они не могут его убрать. Не знаю, это глупо. А тут все за что банит игровой момент, который они не могут чем. Просто кто-то прочитал на форуме. Забыл историю, когда забанили людей в десятке на Лича ХМ, когда они Лича убили, а у них все равно Лич был. Они, типа, я помню. Я даже не знал про него, про этот. Типа такая ситуация была, на Лича есть ХМ, Лича убили, был ребут, люди попросили вернуть лут, а админы типа согласились, окей-окей. И тут админы не сразу узнают, что там оказывается Лич живой, и все всю десятку наказали баном за то, что попытались обмануть. Прикольно.
Я не помню, а кто тогда написал там на форуме? Лича не убили Лича, но после ребута он резнулся, что ли? Ну, откатило, да, убийство. Но там они видео... убили. Но у них было видео, что у них дошло до диалога. Так, а что, не помогло видео? Почему? Так, а потом мы можем это сделать еще один раз. Понимаешь, они один раз убили, они могли спокойно второй раз убить и шмот забрать дополнительно. Да, блядь, время было 2 часа ночи, мы там заебались сидеть, какой еще раз убить? Они долбоебы, мы им сказали, Лич живой, придите его ваншотните или дайте нам лут. Да-да-да, конечно, они 2 дня мозги ебали, потом говорят, о, а вы нас хотите обмануть, нате вам банк. Ну это дебилизация. Типа люди вообще не виноваты, но при этом... Согласен, да. Бля, если у вас босс живой, блядь, и вы с него, получается, вы, блядь, как бы, хуйня полная. Не, ну мы типа тему создали, то, что Лич живой, там, решите как-то, я либо придите все... его ваншотните, либо там, ну как-то, блядь, я не знаю, что. Знаешь, ну это Лич... же глупо. Войд, ты был, знаешь, когда у нас откатило Лича героек в страйбах? И когда прилетал админ и убивал нам этого босса ваншотом? Типа, ну, то есть переводил нас по... Нет, не было. Нет. Ребут, это немножко другая хуйня. Ребут, ладно, сдаваться, ладно, и убиваться. Я понимаю, но ладно, мы пошли в крысу, его убили, и, блядь, просили бы лут, но он стоял живой, мы его не трогали. Это уже никого не волнует. О, надо, ну, было, блядь, убить в крысу, как ты говоришь, не пойму писать. Тоже логично. Сейчас ночи, никому уже не хотелось его еще раз убивать. Так а шмот получили с первого раза? Да, блядь. Или нет? Так нет. Надо было просто уйти оттуда нахуй и все. Сначала дали на месяц, потом срезали на 2 недели, а потом срезали на неделю. Ну я разбанивался. Я бы оттуда ушел и все, и послал бы всех, да. Смысл его второй раз убивать или что-то писать? Ну, видишь, людям загорелось. Да там больше ачива была важна, нежели лут. Нам лут так нахуй никому. На следующей неделе бы уже закрыли. Чё это ачива? Доступ RS-10 герц, что ли? Да какая разница? Просто ачива. Разве плохой шмот падает. Ну, прикол в том, даже шмот никому не нужен был с этого босса. Там все время были 270+. Мне интересно, вот, когда целка кончится, как где мы будем драгон ДПС на круг? И все нежити нигде не будет. Ну, не только по нежити, и все не будем. Ну, то, что символ будет бесполезно, это да. Хиджайлик тоже нежити. Нет, на экзорцизм символ не будет бесполезный. Просто, типа, критов тотем мало. Уберите. Тотем уберите. Кто там? По замена, сейчас под... Только заработала сеть, сейчас захожу, если вдруг не... Мак, поставь портал. Справа. Вон, если что, портал справа, в Долоран. У выхода тоже портал.
Я думаю, что у резиста ДПС прибавился. Он 4 куска. Да. Первые 5 групп на этого босса. А я в ком? В мешке. А я в ТД, да? Маги, дайте хавчик. Там на лича можно быть, да? Так, что, мне заходить или нет? Если нет из первой по пятой машин. Какой, а я не знаю, я не в игре. Какой нет? Нет. Ты восьмой, тебе не надо. Все хорошо. Рог бой, выйти из инста. Войда, ты за змеюку играешь чисто ради ПВП, да? Да я не знаю, что там ПВП, но щит вот этот на 3 секунды для танка я взял. Я не ПВП, что очень редко. Раз в 5 лет, наверное. Либо стоит кушан. Супер хилы, можно не пить сапрот? Орехи тогда повешу. Нельзя. Тебе орехи повесь. Пьем сапрот. Ауди на ГП провоцирует сам себя. Пианист? Все готовы, даю отчет. А кто шестой хил? Япончик. А ты очень классно об этом сказал, я ж не знаю. На мозгом подумать, что ДЦ на этом боссе нужен мне. Я как хороший боец исполняю приказы. Постоянно. Приседай. Ауди лучше не садиться, он дуреть начинает сразу в мотоцикле. Да хули вы в аду катаете по полгода, ебать, чё так долго я происходит? Готов. У кого чё не так? Проси помощника, чтобы видеть-то не принимает. Как бы чисто капать ему. Раз не забудьте, уважаемые тряпочники. Пианист, все-таки я считаю, надо как раз за ГП одну воронку разогнать. Готовы поехать. Побежали. Прохиливайте. Ледяные ветра Нордсфола унесут ваши души. Трепещите, смертные, ибо ваша милики не стакайте.
Это сейчас что было? Лезли. Метки. Кстати, процентаж босса не вижу, скажите, когда будет 38. Окей. ДБМ. Середина чуть правее. Середина. Карина, поднимешь Ауди? Притяжка 5 секунд. Карина, подними. Я вам сказала, притяжка, я ждала. Но я бывает ДБМ немного. Прохиливайте рейд. Два хила. Баф по нему дать. Метки вынеси. Рейндж между собой. Справа, близко. Слева, близко. Справа, опять близко. Последнюю ждем. Центр. Давайте. Скоро притяжка. 38. Скоро вторая фаза. Фаза 2. Веру. На скольки забирать? Нет, Крэл Рэй. После второй. Крэл Рэй, отойдите. Кристоф Руи. После первой притяжки заберешь. Милики. Сильно не разбивать, скиньте скачки. Все. Да-да, чуть-чуть дальше можно, вот. Дальше к стенке? Да-да-да. Окей. Прохиливаем, сбрасываем скачки. Ждем притяжку, никто не разбивает. Кто ты? Не разбейте. Разбивать. Проня. Проня. Милики. Рутар. Здравствуй, кстати. Давайте. 30 секунд еще. Ой. Забери обратно.
Хватит вправо выноси, ага. РДД, быстро свечнитесь. Так, милики, аккуратно. Какие милики, блять, РДД? Милики свалили оттуда нахрен. Грудно, прохильте, пойдет сейчас. Иди. Сейчас притяжка будет. Иди. Сбрасывайте стаки. Прохильте, им на хп отдайте. Рога сдох, ничего страшного. 4 есть. Там по боссу пора все играть, если что. 2 ляма убивается. Че, в босса свечаемся? Что взорвал так было? Ты 4 дал, лям добейся. Ты финти квест. Денчик взрывается. Вот это, ребята, вот крайне лево, крайне право. Вы что, не можете по циферблату? На 6 часов, на 9 часов, на 2, нет? Это ебаная танца. Мага этот. Начислил за прошлого босса магом. И ауди 250. Но тут согласен. Не согласен, что мало. Не первый раз такая хуйня. Хочешь еще? Профажи, профа не убивали мы? Да. Магом за прошлого это завальку, что ли? Маленький. Маленький. Коба, кому-нибудь нужна там? Нет, по пиору. Никому не нужна она, в принципе. Коба выше приор, чем у меня. У нас нету ретриков, которые могут забрать. Ну, у тебя же геройская коба, что ты? Ну, тебе, я и говорю, кроме тебя никому забирать. Это я и говорю, возьми тогда меня на профа. Можно на профа, блядь. Прохиливайте комнату. Подойди, ауди, к двери. Вниз спустись. Там все. А квест, что там по квест? Том старший. Ауди, да подойди ты вниз. Он мертвый. Ауди непобедим. Квест дали уже, что ли? Там что, мертво умереть не может, да? Квест сдается в драконьем погосте. Да оно и видно, походу, там убило. Я же тебе говорю, что ли, мне когда-то 5 дали, там, я лутал, там, сказали, там, забиваем такую хуйню вообще, прям. Иди прямо. Я и пошел. Японец, ответь Ваге. Хилы, сука, обосрались со мной пойти, да? Да нет, тебе надо было просто к двери подойти, и я бы тебе там талантом захил. Да я знаю всю эту хуйню, старичок. Ну, чё ты первый раз, я что ли, иду? Не, ну тебе деньги тратить на ремонт. Я тебя умоляю, какие там деньги? 10 голды, одна смерть? Кто кольцо забрал? Какое? На мейнспид. Кому СС раздать? Сзади так, два. А как ты кольцо забрал у Хиловской на Оус? На Оус, нет. А как он, блядь, в Хиле забрал кольцо Хиловской? У него код мейн, нет? Нет, у него AirDru код. И чё, ни один суперхилл не подымешь, что ли, или где? Ой, ой, ой. Конечно, числим, мы попадем. Мосса, два кольца, по-моему, нельзя таких одевать, они уникальные. Она одна одевает. Просто камень не бросает.
Все понял. Супер хилка. Да, все, я запомнил его, не стоял там, что-то думал, носу ковырял. Так, я не понял, зачем ты забрал себе второе такое же кольцо на мейнспек? Блять, хочет он забрать себе за... Супер ты хил. Не можешь забрать на офспек, если у тебя мейнспек и офспек хила. У тебя есть один спек хил. И он на мейн, и офф, и т.д. Если офспеки только дд, танк хил. РДД. Можно на проф попасть. Смотри. Ой, дайте портал. Я пока релогался, мне поменять. Дайте портал. У нас есть 4 спека, есть хил, танк, РДД и мили ДД, без разницы. Потолдорам сесса. Один по Талдорам, а второй по Драгонсу. Один по Драгонсу, да. Вдруг кто-то не помнит или забыл. Не знаю, там еще что-то. Поставлю метки. Зеленая с зеленой. Красная с красной. Процентажа нету, отслеживаем сами. На скольких там, на 70? Напомните, да, пожалуйста, процентаж. 83, 83 и 38. Ну это уже 38 и 83 бить вообще никто не будет. Я понял, запасом на плюс 1, плюс 2 кидать. Понял. Мосса. Нямка здесь в этого. В Лема, япончик ДЦ остаешься. Далок, поставь на резист тогда на тур. И проверку. Как будешь готов, плюс они. Бля, пианиста может наплевать на перевод. Так ебанем всех. Здоровья вроде хватает у народа. Или мы не топ гильдия? У меня в другом вопрос. Почему у меня клавиатура перестала работать? Клавиатура как-то отключается или нет? Да, вроде. Только характерный звук должен быть, если надо. Не, имею в виду сочетанием клавиш. Да, отключается. Отключается. Блять, какое сочетание клавиш отключения? Сейчас, да. Может это просто чё с игрой? Сейчас релогнусь. Да не, вряд ли. Комбинация клавиш Ctrl Alt. Ой, Windows плюс L. Это блокировка экрана. Не путай людей. Это экран. Чтобы выйти из пользователя. Нам лог против FN. Разблокировать клавиатуру, введя пароль.
Короче, ладно, забей. Я понял, почему. Она из USB выхода вышла, да, там, в компьютере? Нет. Короче, вышел главное меню, клавиатура работает. А в игре нет. Игра багнула. Да, игра. Клиент что-то... Или что еще, блядь? Не, не клиент. Аддон какой-нибудь. Может, аддон. Старый ты пианист, уже ломаешься. Ладно, хоть Ауди молодой есть. Молодой, горячий, готов всех пиздить. Я сегодня видел, пацаны, БДК, это прям нечто. Вот, вот в РБК, которое простое, знаете, вот самое дешевое, вот в нем, я аж прям охуел. Вот по то, что пианист говорил, да, он прям так ебашит. Ну там стаки набрать нереально с БДК, когда бегаешь. Это пиздец. А там да, ты просто бежишь кое-то, копишь на боссов, и на боссе он сразу пши проседает. А так все, он идет прям 72 косаря всю дорогу, эти я охуел просто. Третья категория. Кударама, ты что при нормальной камне в перчатке не вставил? Ну я голду жду, и чем я. Вот только начал вставлять потихоньку камни. Вот жду, поставил на продажу. Сейчас жду, когда продастся. Так, короче, я тут уже захожу. Бля, ну Ауди, сделай себе БДК, делов-то, блядь, пуху, одень и все. Нет, у меня принцип, ФДК тоже сделает свое дело. Не волнуйся. Да, просто у каждого есть своя роль, понимаешь? Тем более ничего не меняется, просто пуха, ни сокеты, вообще ничего не меняется. Только ты у нас эксперт, а я нормальный ФДК. Не на кого диван кидать еще раз? Кто скажет? Все здесь, все готовы. Я готов, поехали. Кто? Ауди. Что Ауди? У меня аж до пула. Танк еще не пульнул, ты пульнул. А, ну извиняюсь, ну не специально же, понятно же, нет. Да нет, просто... Или он не сориентировался, танк. Чему с меня заберите? 85%. 4. ГД добивайте. Приводим вас. Смещайтесь уже сюда все. Стали пометка. На ком красный, в красный, зеленый, зеленый. Быстрее. А вот здесь это там зеленый, войско, да? Что за херь сходит? Рекаст. Вижу. Добейте. Парахил под босса, смещаемся. Пельмени аккуратно. Мужик, стойте. Следующий красный будет. Пускай босс тут остается.
Все, переводи босс. Сейчас колбу будет. Здесь. Красный вышел. Через босс красный. Сейчас стой под боссом. Служи только. Аккуратненько мини. Блять, как ты водишь босса? Чайный. Не смог с вылетим. Пойди. Ну чё, боб нарезит? Чё, добивайтесь. Мини. Бомба. Служи РДД. Красная немка. Стой пока под босса. Все, и потом все. Завернешь трек. Сидей. Стопнули. Сусь. Стопнули. Ждем. Карина, веди туда босса, служи. Летаете в ту сторону, босс. Сдвигайтесь к боссу, все. Переводите босса РДД. Дайте второй взрыв. Добейте. Чума Азланчика. Все, стали по местам. Стре, Геру. Сносим. Нахильте там. Прожимки отдайте. На секунду ресвич будет. Все, под босс. Выбирай босс. Пельмени аккуратно. Станьте кучной РДД. Блядь. Все, пускай стоит босс. Время забирай, Талдарам по Войду диван. Можно. Клади. Диван будет? Алло. Талдарам. Нет. Хиль тереть сильнее. Кто второй диван может кинуть? В смысле? Скину? Кинул, кинул. Просто добивайте уже. 3% всего. Забери. Боже, только выйдет. Вот я вам про что, пацаны, и говорю, что нужно что-то сложнее. Это уже становится просто неинтересно. Однообразно, блядь. А смотри, когда ты будешь допло. Какая у меня жесткая, это пятая, блядь. 220 тысяч она добила. Помните, как мы раньше его траили, ебать, часами? Сейчас вообще на раз. А хуйня до сих пор происходит в виде пуль. Ты, кстати, каждое КД это говоришь, Ауди.
не в десятке, в обычке, три вайпа, я помню. Это пиздец было, так обидно. На лича можно будет? Конечно. Да там больше, видишь, народ тупил, там не то, что ты тупишь. Кстати, у меня одного резист, блядь, на коне скачет. Ссылка. У меня Розелина, блядь, на маунте. Я хуй знаю. Не сагрите валик только. А почему так много роги дают на профи? Потому что они трэш, ты не бьёшь. Да, да. Вот Ауди 250 и разделение 250. А можно уточнить за что? Мне тоже интересно за что. Ранний пол, наверное. Сапрота не было на половину босса. У меня сапрот... Не-не-не, пианист, у меня 52 минуты, можешь на меня посмотреть. Я 8 минут уже выбил. Я пью сапрот с пула. Тебе всегда. За полбоса, я про Розелину говорю, полбоя не было сапрот. На мне был пианист, у меня сапрот еще 32 минуты висит КД. То бишь я его на синдрагосиках выпил, у меня еще 32 минуты действует. Если бы я его не выпил на профиле, у меня бы сейчас не было сапрота. Либо у него было бы до конца 60 минут. Да, нет, все, не надо, ладно, Розелин не надо. Мне просто показалось, что у тебя не было сапрота вообще. Так, а Ауди за что тогда, объясните мне. За пул босса. Какой пул? Ты босса спулил. Ой, ебать, вот. И чё, блядь, мы его не убили или чё?